Вадим Красносельский подал в ЦИК документы на участие в президентских выборах. Следующий этап – сбор подписей. Об этом Красносельский написал в своем телеграм-канале. Кандидатуру Вадима Красносельского на пост главы государства выдвинул Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, сообщает сайт Центризбиркома. На внеочередном съезде СПАП избрали доверенных лиц, тех, кто будет представлять Вадима Красносельского в трудовых коллективах. О желании идти на второй срок Красносельский заявил 12 сентября на фестивале в честь 800-летия Александра Невского в Бендерской крепости.